Пресс-конференция ко Всемирному дню действий за достойный труд началась с торжественного момента. Свои награды получили журналисты, победители областного конкурса «Достойный труд. Безопасный труд». Приятно осознавать, что в одной из номинаций одержала пальму первенства и наша коллега, корреспондент Ирина Левчук. Телекомпания БукТВ не раз освещала различные мероприятия в сфере охраны труда, а наша съемочная группа выезжала на места событий вместе с инспекторами на различные предприятия города. А потому эта награда не случайность, а результат многолетнего сотрудничества. Мы очень благодарны средствам массовой информации, печатным, телевидению за совместную работу с профсоюзами, с департаментом инспекции труда. Потому что мы делаем общее дело. Нам очень важно, чтобы мы проводили профилактическую работу и воспитывали наших работников предприятий, воспитывали у них чувство ответственности за тот участок работы, который они выполняют, и, конечно же, за свою безопасность, за безопасность людей, которые работают рядом. И очень приятно, что в числе этих победителей и корреспондент БукТВ Левчук Ирина Николаевна, поэтому мы благодарны за сотрудничество и надеемся в дальнейшем также проводить плодотворную работу в этом направлении. После торжественной части перешли к обсуждению дел насущных. На первом плане вопросы обеспечения достойного труда граждан, а также тема профилактики производственного травматизма. Участники встречи отметили, что только за первое полугодие в Брестской области было проведено более 400 плановых проверок и мониторингов. Выявлено более 4500 нарушений законодательства в области охраны труда. На сегодняшний день ситуация с производственным травматизмом в области стабильна. Наблюдается снижение тяжелого и смертельного травматизма. За 9 месяцев 2021 года произошло 15 несчастных случаев со смертельным исходом. В прошлом году их было 17 и 65 тяжелых, в прошлом году было 83. Сегодняшнее мероприятие крайне необходимо было провести, потому что в прессе необходимо освещать вопросы охраны труда, трудового законодательства. И все несчастные случаи, которые мы регистрируем, фиксируем, их надо доводить до сведения общественности, предупреждая их об опасности тех или иных нарушений. У представителей профсоюзов и инспекции труда есть множество серьезных тем для освещения. А потому все участники встречи одинаково заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве.